Такие вот новости про курс валют, а сейчас я предлагаю обсудить, что же происходит на полях сессии Генассамблеи. Благодарим. Тимур, возвращайтесь. Продолжим говорить о событиях в мире. 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке. Ее кульминацией станет проведение недели высокого уровня, на которую приедут лидеры и главы МИД со всего мира. Историческим моментом можно считать присутствие представителей Палестины, для которых в зале было предоставлено место рядом с государствами-членами организации. Это стало возможным благодаря резолюции Генассамблеи от 10 мая. Теперь ближневосточное государство может включать своих представителей в список спикеров на заседаниях по ближневосточной тематике, предлагать поправки, выступать с предыдущими и процедурными предложениями от лица группы стран. Вместе с тем Палестина остается в статусе страны-наблюдателя и не имеет права голоса на заседаниях Генассамблеи. Thank you.